кинотеатре IMAX прошла «Ночь большого кино». Это традиционное мероприятие в стенах кинотеатра Nescafé IMAX. Оно основано на возможности людей приходить к нам и, так скажем, предаваться яркому процессу времяпрепровождения под эгидой демонстрации нескольких совершенно разных картин, которые оставили яркий след на страницах истории кинематографа. Это могут быть какие-то ярчайшие хиты, как, например, сегодня мы показываем картину Джеймса Кэмерона «Аватар», а также нашумевший кинохит прошлого года «Жизнь Пи». Причем в эту ночь зрители могли увидеть расширенную версию фильма «Аватар». Эти ночи еще и дают возможность публике выразить свои таланты, потому что у нас происходит розыгрыш призов и подарков. У нас также есть диджейские моменты, музыкальные вставки. У нас есть специальные приглашенные гримеры, которые, собственно говоря, работают и делают все возможное, ну, для того, чтобы, так скажем, разнообразить эту ночь. Что особенно приятно, такие ночи организуются довольно часто. Так что до встречи на «Ночи большого кино» в кинотеатре IMAX.